Алло. Привет. Ты на подходе? Барабан взяла? Ксюша, все будильники проспала. Скажи, что скоро буду. Барабан взяла. Блин, Лиз, ну у меня же первым, но... Да, Тань, привет. Привет. Прислали проект, правлю 8 серий, хотят завтра пробовать 12. Можешь? А что за роль? Ничего, сама пока не знаю. Знаю Маратову главный. Я бы на твое место сходила, можно сейчас уже ответить. Слушай, Таня, у меня спектакль сейчас начнется. Ну, давай схожу завтра. В 12, да? Паспорт не забудь. Угу. Алена, 25, жгучая блондинка. Почему я? Макс, прости, что так получилось. Я хотела извиниться перед тобой. Мне не нужны твои извинения. Я не знала, как это любить. Я все делала неправильно. О, Алена. Блин, глубоко. О, привет. Это Саша, мой однокурсник. А это... Иштван, мой друг детства. Из Венгрии приехал. Привет. Спасибо за спектакль. Нам очень понравилось. Да, спасибо, вы крутые. Лиза. Саша. А мы где-то... Че, пошли в барчик? Не, ребят, у меня пробы завтра, я домой. У нас у всех пробы завтра. Не-не, мне нельзя. Я на стоечке пойду. Ксюх, ты пока подожди. Я еще короткометражку хочу показать. Я сегодня смотрел. Мне очень понравилось. Я не люблю короткометражное кино. Саш, по-моему, это очень... Ты так тонко играешь. Но это же как... Это вот инь и янь. И вот если девушка, она инь, такая вся яркая, любит быть в центре внимания, то мужчина ян. Но в отношениях потребуется другое, потому что если он будет ее подавлять, то нарвется на ее слезы, истерики, депрессосы. Правда, завтра рано очень.
Я прям вообще не читала. Ну, я помогу тебе выучить текст. Я не верю в драгоценность камней. За пазухой может быть что-то другое, но... Макс, прости, что так получилось. Я хотела извиниться перед тобой. Мне не нужны твои извинения. Пожалуйста, постой, послушай. Алён, мне не нужно повторять дважды. Я услышал тебя. Девочка, давай. Я люблю твои слёзы, мы так ждали. Кому вообще хватает терпения писать этот бред? Как я должна это произнести? Прошу тебя, дай мне минуту. Я не знала, как это любить. Я все делала неправильно. Я была где-то далеко. Максим, послушай. Алёна. Я же вообще не про то. Прости меня, пожалуйста, я... Я была не права. У меня внутри сейчас такая нежность. Такое чувство, что я готова весь мир обнять. Понимаешь? Нет. Пожалуйста, дай мне еще один шанс. Я не верю тебе. Ну что мне теперь делать? Я люблю тебя. Доброе утро. Доброе утро. Приятного. Спасибо. А где Саша? Саша ушел. Хочешь кофе? Нет, спасибо. Я пойду, наверное. Хорошего тебе дня. Спасибо. Закроешь? Закрою. If you come to me, you'll have a shelter to lean on. Now we can get together and sniff some. Лиза, здравствуй. Здравствуй. Держи текст. Чай, спасибо. Кофе будешь? Нет, спасибо. Режиссер освободится, я тебя приглашу. Лиза, вернемся. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Присаживайтесь, Лиз, почитаем. Сценарий удалось прочитать? Да. Угу. Давайте с визитки начнем. Расскажите на камеру, как зовут, сколько лет, где работаете. Угу. Начали. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, мне 22 года, мой рост 1,70 м. Я закончила школу-студию МХАТ. Мастерская Виктора Анатольевича Рыжакова. Спасибо, Лиз, достаточно. Давайте сцену, вы же читали. Алена девушка яркая, обеспеченная, из богатой семьи. Никогда бы не стала унижаться, но в сцене с Максимом она не то чтобы унижается, это скорее признание. Я за Макса. Хорошо. Камера. Можем. Что ты здесь делаешь? Что ты хочешь от меня? Макс, я хотела извиниться перед тобой.
Мне не нужны твои извинения. Пожалуйста, постой, послушай. Ален, мне не нужно повторить дважды, я услышал тебя. Я не знала, как это любить. Я все делала неправильно. Я была где-то далеко от тебя и... Ален. У меня внутри сейчас такая нежность. Такое чувство, что я готова обнять весь мир. Понимаешь? Подождите. Ань, стоп камеру. Лис, извините, пожалуйста, но продюсеры пробы точно не утвердят. Нужен совсем другой типаж. Нужна яркая блондинка, а вы... Ну, девушка тонкая, умная. Понятно, что не про это. Я не вижу больше смысла вас мучить. Спасибо. Может, я... До свидания, Лис. Хорошего дня. Thank you.